Я приветствую всех на своем канале о рукоделии «Красивое тепло». И сегодня у меня будет такое короткое полезное видео. Меня девочки просили показать, как я соединяю пряжу пух норки, чтобы не было узелков в вязании. Вот смотрите, к примеру, вы вязали, у вас закончилась ниточка. Берем два кончика от изделия и новую ниточку. Теперь нужно эти два кончика нам расщепить на несколько волокон. Это можно сделать вручную, просто разделить нитки. Вот так разделить пополам. Эта пряжа скручена из двух ниток, поэтому вот так мы разделяем. У меня есть вот такая щетка. Это щетка для валяния. Но вам не обязательно иметь такую. Можно взять просто хозяйственную щетку. И берем кончик и слегка распушиваем. Аккуратно, ниточка очень нежная и деликатная, чтобы ее не оборвать. Вот я распушила. Дальше соединяем эти две нитки. Так, перекручиваем, смачиваем немножко руки водичкой и начинаем сваливать нитку. Нить пушистая, поэтому здесь ниточки между собой быстро схватываются. Все, нить соединили, и дальше можете продолжить вязать. Такой способ подходит для соединения пушистых пряж. Это мохер, альпака, пух норки и все, которые пушистые. Очень вам рекомендую пользоваться таким способом, чтобы не было на ваших изделиях узелков. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!